солятся, потому что они вырастают баллонами. Их так воспитывали и стали они злыми. Еще люди солятся, потому что у них плохое настроение. Могут отвернуться и все, и обидеться. Потому что люди не умеют дружить. Например, Соня пообещала мне дать конфету, а сама не дает. А я ей говорю, ты заобещала. Вот поссорились и разошлись в разные стороны. А потом Соня подходит и говорит, на тебе конфетку. А потом, давай играть. Вот пошли играть, вот и помирились. Есть люди, которые любят себя. Они друг друга не понимают иногда. И не поди игрушку, и барабан не подели, и карандаш не поделили. Потому что никого не любят. Причин очень много. Что-то не поделили, характер у людей разный, по глупости. Ссорятся люди абсолютно зря, это уж точно. Если вы поссорились, извините, помиритесь.